Всем фантастическое приветствие. Меня зовут Александр, и сегодня мы научимся торговать недвижимостью вместе с динамичной настольной игрой «Монополия» от компании Hasbro. В комплекте игровое поле, 8 фишек, 28 карточек собственности, 16 карточек шанс, 16 карточек общественная казна, 32 дома, 12 отелей, пачка игровых денег, 2 игральных кубика и инструкция к игре. Игра начинается со стартовой клетки вперед. Для того, чтобы начать играть, каждый из участников должен выбрать себе фигурку, после чего он получает стартовый капитал и начинает свое движение, бросив кубики. На пути игроку будут встречаться различные карты. Это могут быть цветные участки с определенным номиналом, который нам придется тратить для покупки этих участков. Либо это могут быть карточки «Шанс» и «Общественная казна». Это маленькие задачи, которые нужно будет выполнять. Карточка подскажет вам, что делать. «Общественная казна». Перейди на клетку вперед и получи 200 монокоинов. Карточка «Шанс». Вернись на 3 клетки назад. И так далее. Приобретая участок, вы получаете карточку, которая скажет вам, что сколько стоит. Конкретно сумму дома, которую вы можете поставить на участок, или отеля, а также подскажет, сколько нужно взять денег с тех, кто зашел к вам по ошибке. Это отличная семейная игра, которая поможет вашим детям научиться пользоваться деньгами, а также распоряжаться своим имуществом. За почти вековую историю игра «Монополия» стала большой серией, в которой каждый найдет что-то для себя. А эти игры вы можете найти на нашем сайте fantastic.by или в наших стационарных магазинах. Если у вас есть вопросы, не забывайте пользоваться функцией видеоконсультация. Ссылка есть в описании.